В минувшую субботу в Твери прошел 43-й фестиваль «Тьмацкий перекат». Его также называют фестивалем бурной воды. По традиции, местом соревнований по экстремальным видам водного спорта стала река Тьмака. Смотрите об этом репортаж. Каждый год в начале апреля жители-гости Твери собираются возле пешеходного моста через Тьмаку, в створе улицы Брагина и Беляковского переулка, чтобы увидеть, как стартует фестиваль бурной воды. Впервые соревнования по водному туризму и каякингу прошли в столице Верхневолжья в 1975 году. С тех пор число участников только растет, а к тверским спортсменам присоединяются экстремалы из других регионов. В этом году в наш город приехало 65 участников. Очень интересно, что география достаточно большая. Это, ну, самое главное, тверские спортсмены участвуют, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие регионы России. В этом году растаявший снег существенно поднял уровень воды в Тьмаке и практически лишил зрителей зрелищных переворотов каяков. Но вся запланированная программа фестиваля состоялась. Сегодня там у нас есть гребной слалом, олимпийский вид спорта, есть для зрителей это прыжки с трамплина, а также каяк-кросс, который сейчас называется экстремальный слалом, тоже вводят уже официальные спортивные дисциплины. В общем, здесь мы стараемся показать и профессиональный спорт, и любительский спорт. Все спортсмены Тьмацкого переката уже не первый год проходят эти трассы. Для большинства фестиваль бурной воды – это не просто соревнование, а место встречи старых друзей. Приедут друзья, со всеми увидеться, поскольку в прошлом году все было отменено, мы ни с кем давно не встречались. Ну и как бы драйва, адреналина, посоревноваться все-таки интересно. Тверской фестиваль «Тьмацкий перекат» знаменит на всю Россию. Каждую весну он открывает все водные соревнования по туризму и дает старт летнему сезону для спортсменов-экстремалов по всей стране.